вы себя образованным человеком считаете? Ну, конечно, как же это? А сколько равно число пи, помните? 3,14. А стихи помните? Много-много-много нулей. А кто такая амеба? Нулей. Не знаю. Амеба. Что-то морское. Что-то морское? Да. А сколько планет в Солнечной системе? Планет? Ой, много. Количество не знаю. А самая большая какая? А? Луна. Жиши. Еще с буквой И. А чаща? Буквой А. А кто написал таблицу химических элементов? Менделеев. Дмитрий Иванович Менделеев. Все же помнишь, а стихи помнишь? Ой. Люблю грозу в начале мая. Любви, надежды, тихой славы, недолго не жил нас обман. Девушкам читаешь стихи? Нет. Читай. Молодец, спасибо. Ну сколько будет 2 на 2? 4. А чему равно число пи? Я не имею представления. Спасибо. Пи-пи-пи. Кто написал Мцыри? Не помню, честно. А вы знаете, сколько планет в Солнечной системе? Нет. Не знаете? Yes. 9. Очень хорошо. А кто придумал алфавит? Ну? Нет, еще не знаю. Ну? Кирилл. И? Кирилл. Кирилл. И? Кирилл Иван. Ме? Кирилл Иван. И? Нет, Ме. Кирилл. Мефодий, Мефодий. От чего погиб Пушкин? Пушкин? Чего погиб? Застрелили. Дуэль, правильно. Дуэль. Правильно. А кто написал таблицу химических элементов? Менделеев. Как вы все знаете? А стихи помните со школьной программы? Дует ветер в феврале, трубы громко вьется по земле, белая поземка. Над Кремлевку седой, самолета звенья, слава армии родной. День. Да какой вы молодец! Ну, не спасибо вам большое!